В Якутске открывается сезон катания на коньках в городском парке на озере Щорс и Талом. Тысячи квадратных метров льда, скольжение и свежий воздух. Вот что нужно, чтобы почувствовать приближение весны. Городские власти позаботились о том, чтобы горожанам было комфортно. Если вы хотите покататься на коньках, вы можете просто прийти в городской парк. Здесь есть все необходимое для того, чтобы весело провести время на природе. Каток в 500 квадратных метров открылся еще в декабре прошлого года в качестве эксперимента. Раньше эту площадку занимал аттракцион. Обычный лед не хуже искусственных горок. За прошлые выходные здесь покатались 60 человек. Мы всех горожан приглашаем недалеко, совершенно в центре города, прийти, почувствовать запах соснового бора, почувствовать приближающуюся весну и покататься на коньках. А на озере Щорс вы можете поиграть в хоккей. Можно скатиться с горки. Коньки обязательны, вопросы безопасности на первом месте. Залить водой и пустить на самотек не наш случай, говорят в муниципалитете. Безопасность, все это, конечно, все предусмотрено. С ГУЧС все отработано. Подрядчики, они оттуда берут справку, ну, разрешение для проведения данных работ именно по подготовке катка. Эта работа была, в этой части работа была проведена. Катку минус 40 градусов больше всего рады юные хоккеисты. Приходите на это озеро. Здесь очень классно и можно поиграть в хоккей. Поверхность Талого озера еще не готова, но здесь больше всего пространства. Мы готовим каток к весеннему сезону. Сейчас у нас в стадии идет чистка снега, услуги манипулятора, вагончик возим. И будет у нас прокат коньков и питание. Первых посетителей Талое озеро примет уже на следующей неделе. Сколько людей придут в этом году на катки, Якутска точно ответить не сможет никто. Ни чиновники, ни организаторы. Уверены в одном, покататься весной захотят десятки тысяч горожан. Александр Зубихин, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Якутск.